то, что нельзя купить, но можно поддержать и поправить. Сегодня у жителей и гостей города появилась возможность проверить свое здоровье и задать вопрос врачу во время прогулки по Самарской набережной в рамках акции «День здоровья». У палатки с медиками уже в первые минуты после старта акции стали собираться люди. Узнать состояние своего здоровья всегда интересовался. Хоть еще молод, но нужно заботиться о своем здоровье с самых ранних лет. Буду рад принять участие в этом мероприятии. Геннадий Пестровский признается, ходить по поликлиникам не любит, поэтому стремится вести правильный образ жизни и уделять особое внимание своему здоровью. Когда появилась возможность проконсультироваться со специалистами и задать вопросы здесь и сейчас, без регистратуры и больничных очередей, не задумываясь, согласился. Много о себе узнали. Знаем, что делать дальше. Прогулялись и заодно получили полезные советы. Очень даже здорово. Акцию провели при поддержке администрации Самарского района и областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Врачи и волонтеры предлагали посетителям измерить рост, вес, артериальное давление, рассчитать индекс массы тела, исследовать функциональное состояние легких, а также получить индивидуальные консультации о том, как вести здоровый образ жизни, вовремя и правильно оказывать первую помощь. Желающие могли научиться скандинавской ходьбе. Кроме того, вопросы можно было задать врачам-дерматологам, которые не случайно в этот жаркий день разместились в тени, в очередной раз напомнив пациентам о вреде продолжительного нахождения на открытом солнце без специальных средств защиты. Такие мероприятия, они во многом воспитывают культуру здоровья, и люди уже более осознанно понимают, зачем им потом пойти на диспансеризацию или на профилактический медицинский осмотр. Такая вот очень многоплановая акция, часть услуг и советов люди понимают, получают прямо здесь, а главное, им напоминают о заботе о собственном здоровье, и они уже в дальнейшем, мы надеемся, продолжат сотрудничать с отраслью здравоохранения и следить за своим здоровьем осознанно. По словам организаторов, сегодняшняя акция дала старт серии аналогичных мероприятий, которые пройдут в Самарском районе в этом сезоне. Эти мероприятия проходят ежегодно. Вот сейчас хорошая погода наступила, начали цикл таких мероприятий, так как все это снискало такую поддержку жителей, они будут продолжаться. Свои предложения о тематике новых акций и пожелания о том, каких специалистов стоит пригласить для консультаций, жители города могут направлять организаторам или в администрацию Самарского района. Галина Топилина, Игорь Казановский, «События».